Представляем судейскую бригаду. Руководитель ковра Баатур Тимур Баатур. Судья международной категории Монголия. Арбитр на ковре Сульжин Валентин. Судья международной категории Республика Беларусь. Боковой судья Шерманов Руслан. Судья международной категории Республика Узбекистан. В красном трико Евгений Жирбаев. Команда сборной России представляет город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Евгений является мастером спорта международного класса. Тренируется под руководством Иванова Валерия. Первый тренер Лев Соскинов, Письменков Юрий. Лучший спортивный результат. Бронзовый чемпион мира. Город Осло, 2021 год. В синем трико Иналбек Шириев, Россия, Московская область. Иналбек – мастер спорта, представляет спортивный клуб ЦСКА. Тренируется под руководством Анзора Уришева. Является победителем Лиги Поддубного и призером первенства Европы до 23 лет. Челлендж ковер Б. 2 балла красному. Челлендж проигран. Балл красному.
медаль. Кубка Ивана Ярыгина завоевал Евгений Жирбаев. Явное преимущество. Россия, Бурятия. Иналбек Шириев стал обладателем серебряной медали. Россия!